когда человек, он помогает людям богатым, сказано в Мишле, что все любят человека дающего, все любят. То есть, когда есть человек, который всем помогает, богатым, бедным, дает подарки, то есть, его все любят, да? Так Йоси бен Йоханан говорит, не будь таким, будь каким, пусть будут бедные твои, то есть, помогай всем. В Мишле тоже это сказано, что тот, кто помогает бедному, обездоленному, тот как будто бы дает взаймы Богу. То есть в этом случае ты не ждешь ответа от человека, да? Но, то есть пусть будут бедными твои домочадцы. Даже Бог говорит, проверь меня, отдавая с Маасер десятую часть от своего заработка, отдавая бедным, то ты можешь проверить, я тебе верну. То есть он говорит, вот в этой вещи можете меня проверять. И Йоси бен Йоханан говорит, именно помогай бедным, потому что если тебе вернется от богатого, это дашь на дашь. Ты помог богатому, он помог тебе. Помогай бедным, и Бог поможет тебе.